И прямо в центре Кёльна они ограбили их и изнасиловали. Случаи нападения, ограблений и срывания одежды были здесь и здесь. Я что-то не понял, а нафига вы грабили и насиловали этих каких иммигрантов? Мой фюрер... Штайнер... На этот раз... На этот раз иммигранты насиловали нас. Хорошо, что били не очень сильно. Пусть останутся те, кого не успели изнасиловать. Это Меркель меня разочаровала. Что за хуйню она придумала вместо нацизма? Мультикультурность. Это когда хозяева прячутся в подвале от гостей? Получила бы там по морде, поняла бы, что такое мультикультурность. На немцев нападают какие-то дворники с метлами. И откуда у них силы взялись, если они нужники чистят? Мой фюрер, они не работают, у них пособие 800 евро в месяц. Охуеть! Ебануться можно! Мой фюрер, они бедные сиротки. Я видел по телеку эту сиротку. Ебло, как у танка. В три дня не обгадишь. А мне штаны не на что купить. Теперь понятно, почему любой страны Гитлер хочет стать беженцем. Что вы вообще там делали на площади? Опять на гей-фестиваль ходили? На слет трансгендеров? Напялили платье моей секретарши, как Кончита Вурст? Не плачь, купим новое. Они не работают, жрут, получают бабки, а еще грабят и насилуют местных жителей. Это то, что мы делали в завоеванных странах. Поздравляю, дебилы, вас оккупировали. Им фюрер случайно не нужен?